крупном сельскохозяйственном предприятии Хангаласского улуса «Конезавод Берте» введена в эксплуатацию вторая очередь животноводческого комплекса. Подробнее об этом в сюжете Виолетты Засимовой. Животноводческий комплекс конезавода Берте – это два коровника, соединенные между собой молочным цехом. Первый коровник действует с 2013 года и, так же, как и второй, был отстроен по линии ФПК «Туймада». На этот раз подрядчиком выступила компания «Ханглас Риэлти». Ну, полной механизацией, внутри душ, туалет, все есть, навозоудаление, автопривод, все есть на 120 голов. В этом году это третий коровник, еще четвертый коровник будет в Вилюйском улусе, село Бетюн. Общая стоимость второй очереди животноводческого комплекса – около 36 миллионов рублей. Из них 80% затрат в качестве субсидий возмещает Республиканское министерство сельского хозяйства и продовольственной политики. Программа – это полностью развитие сельского хозяйства Республики Саха-Якутия и в нем под программы развития животноводства, растениеводства. Оставшиеся 20% от стоимости нового коровника компенсирует само руководство конезавода Берте совместно с учредителем – компанией «Алмаза Анабара». Всего же у крупнейшей компании республики 4 основных дочерних предприятия сельхознаправленности. Конезавод Берте и агрофирма «Немигю» в Хангаласском улусе, кладовая «Алёкмы» в Алёкминском районе и хатасский свинокомплекс. Наш глава Егор Афанасьевич Борисов принял новую политику, которая направлена на инвестирование государственных средств в сельское хозяйство. И мы, конечно, эту политику поддержим, осуществляя соответствующее софинансирование за счет средств компании «Алмаза Анабара». В октябре этого года ожидается открытие еще одного объекта на базе конезавода Берте – убойного цеха, который позволит значительно увеличить объемы производства предприятия. Виолетта Засимова, Александр Юрков, НВК Саха, Хангаласский улус.